Сегодня после полуночи. Пришел наконец. Ты можешь стать моим учеником. Ну что, по рукам кробат? Одного из нас каждый год приносит жертву, а хозяин возвращается помолодевшим. У тебя есть все, чтобы стать величайшим колдуном. Кробат, ты должен мне поверить. Уходи с мельницы. Стань моим наследником. Ты будешь бессмертен. Запомни, за все в этом мире надо платить. Кробат. Ученик колдуна.